Андрей Михайлович, ничья 2-2, обидная потеря очков на последних секундах матча. Также зададим вопрос, чего не хватило для того, чтобы... Ну, обидно, не обидно, это один вопрос, второй вопрос, что, наверное, закономерный. Мы, скажем так, не наиграли сегодня на победу, поэтому, да, обидно пропускать на собственные ошибки в последней минуте, но в футболе так бывает. Команда по сравнению с предыдущими поединками последними не создавала столько много моментов, как раз-таки сегодня, опять же, не было таких больших моментов для реализации, что, на ваш взгляд, стало причиной этого? Ну, я согласен с тобой, да, мы в атаке очень мало создаем, то, что забили 2 гола сегодня, это просто в первом тайме один раз грамотно сыграли в прессинге, второй раз просто приняли мяч вперед и развернули атаку. А так это мы не делали на протяжении всей игры, в принципе, за это поплатились. Саша, ничья 2-2, обидная потеря очков. Чего не хватило, чтобы удержать победный результат? Ну, в концовке, конечно, потели. Не хватило созданных моментов около ворот соперника. Создавали моменты, были голы. А так мало моментов создали, и то оно и получилось, что сыграли 2-2. В концовке пропустили. Если сравнивать с предыдущими поединками, команда создает много моментов, но не реализует. А сейчас же получилось совсем наоборот. Не создавали моменты и, соответственно, их тоже. Ну, как еще раз сказал, в концовке потеряли концентрацию и подсели, и из-за этого пропустили гол. Нелепый такой. Андрей Михайлович наверняка в перерыве говорил, что нельзя сдаваться, нельзя расслабляться. Был или какой-то разговор развивал после победы? Ну, сказал добавить агрессии в атаки, чтобы создавались моменты и чтобы забивали голы. Да, сейчас команды будет 2 последних матча в чемпионате второй лиги. Нельзя проигрывать. Как будете настраиваться и как будете решать? Ну, хотелось бы закончить положительно, добыть 2 победы. Ну, вот все. Спасибо.